Как говорят юноартисты, этот грузинский танец ассоциируется с Батуми, морем, чайками и мирным небом над головой. Соломея Чилидзе – правнучка Мелитона Кантария. Она родилась и выросла в Самаре, но чтит и родные традиции и культуру. Именно для меня этот праздник имеет огромное значение, так как мой прадед тоже участвовал в Великой Отечественной войне, поднял флаг над Рейхстагом. Для меня это очень важный праздник. Юбилейный год стал не только символом памяти народа, но и объединяющим моментом. На гала-концерте детского многонационального фестиваля 27 лучших номеров патриотической тематики с национальным акцентом. На сцене и обычные школьники, и воспитанники национально-культурных центров. Этими праздниками даем понять, что бывший советский народ и нынешний российский народ, они всегда вместе. Необходимо беречь свой родной язык, свою культуру, традиции, но прививать к детям, на мой взгляд, необходимо в первую очередь дружбу. Изюминка концерта – многонациональные номера. Из-под небес по птичьи покликая. Песня «Журавли» на русском языке в исполнении юноши-казаха и девушки-армянки. Белорусский вокальный ансамбль «Катанс» и девочка, представляющая русский центр, они споют песню «Катюша». И так несколько номеров у нас переплетаются. Историческая память и уважение к подвигу дедов и сегодня, через 70 лет, нравственный ориентир. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.